Управляющие компании Одинцовского округа продолжают проводить санобработку подъездов в обычном режиме. Качество выполнения этих работ держат на контроле активисты партии «Единая Россия». Лариса Бархатова, как врач, уверена, эта мера, несмотря на спад пандемии, просто необходима. Это действительно качественная обработка. Так должно быть в каждом доме. И только вот эти вот общие мероприятия, всеобщими силами нам удастся победить этот вирус. А вирус тяжелый, вирус действительно серьезный, намного серьезнее, чем некоторые думают. Потому что очень серьезные последствия после у переболевших. Все по протоколу. Обработка входных групп, а это двери, перила, крыльцо и все, что в самом подъезде, включая почтовые ящики и лифтовый холл. Все сотрудники управляющих компаний применяют распылители и обязательно надевают маски и перчатки. Проводили в 4-м микрорайоне, в 5-м, а сегодня вот на гору 50, 52, 165 и 169. Периодичность, ну, каждые, наверное, 15-20 дней, в зависимости от погоды, как мы по графику попадаем. Переносим или пораньше, или попозже. Независимо от погодных условий, чистота остается главным залогом здоровья. Наблюдается спад пандемии, но коммунальщики в обычном режиме продолжают санобработку подъездов и придомовых территорий. Расслабляться пока рано. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».